Ученые вернули сознание пациенту с мертвым мозгом. Мужчина провел в вегетативном состоянии 15 лет своей жизни. Ученые из Национального центра научных исследований Франции смогли частично вернуть сознание 35-летнему мужчине, находившемуся в вегетативном состоянии последние 15 лет. Передает New Scientist. Сообщается, что пациенту сделали электрическую стимуляцию блуждающего нерва, который связывает некоторые важные нейронные центры. По расчетам медиков, его стимуляция должна была помочь увеличить активность в областях мозга, отвечающих за сознательную деятельность. Мужчине соединили блуждающий нерв с электродами на уровне шеи. Спустя месяц после имплантации медики приступили к стимуляции. В целом эксперимент продолжался 6 месяцев. А состояние мозга отслеживалось при помощи позитронной эмиссионной томографии и электроэнцефалографии. В итоге врачебных манипуляций пациент начал чаще открывать глаза, реагировать на некоторые просьбы и пытался улыбнуться. При этом в состоянии его мозга был отмечен переход от вегетативного к минимальному сознанию. Ранее корреспондент Net сообщал, что ученые обнаружили неожиданную пользу недосыпания. По материалам сайта news.com.